Так, ну что, всем привет. Сейчас у нас на обзоре Toyota Vitz 2018 год, аукцион 4 балла, USS, пробег там, по-моему, 55 тысяч с хвостиком. Ну, машина пришла изначально в отличном состоянии, без нареканий, только вот полирнули ее и сделали простую комплексную мойку, в принципе, больше машина и не нуждалась. Ранее я уже упоминал об этом автомобиле, он у нас был заказан в Японии. Вот с момента покупки до прихода, до сегодняшнего числа, прошло 4 недели. Достаточно быстро. Сейчас сделаем осмотр подробный. Как видите, салон тоже в хорошем состоянии. Сидушки целые, ничто не просиженные. Не порваны нигде, потолок чистый. Химчистку мы не делали, просто сделали комплексную мойку и отполирнули. Так, заглянем в багажное отделение давайте. Там у нас находится запаска и ремкомплект сразу. Вот как видно, что без следов ремонта. Пойдемте заглянем под капот. Ну, все болты родные. Видно, что следов ремонта не было. Кстати, двигатель мыли в таком, все так чисто, в хорошем состоянии. Свободное такое подкапотное пространство, в принципе. Вот, двигатель работает тоже без нареканий. Объем двигателя 1 литр. Ну и самое главное, цена стартовая на отдачу 735 тысяч. Звоните, пишите.